А есть ли у нас план? Судьба российской экономики в руках участников инвестфорума и даже названы сроки удвоения ВВП страны. Рыбное импортозамещение. В Тюменском районе производственное новоселье, и это только начало. Нашли по горячим следам, за что клиент комиссионного магазина поджег продавца. Наши карты биты. Есть ли шанс на выживание у тюменской кузницы автокадров? Об этом и не только. Смотрите в итоговом выпуске ТСН.